Одним из спикеров второго международного форума по геологоразведке нефти и газа, который прошел в столице, стал председатель правления акционерного общества «Эмбамунайгаз» Ануар Жаксыбеков. Руководитель одного из отечественных лидеров в области цифровизации рассказал о плюсах внедрения в компанию новых технологий. Подробности в материале Ларисы Гречихиной. Акционерное общество «Эмбамунайгаз» – родоначальник отечественной нефтегазовой отрасли. В компании активно внедряют новые технологии в производство и инвестируют значительные средства в повышение квалификации работников. Данное предприятие первым в системе национальной компании внедрило на производстве концепцию «цифровое месторождение». Геологоразведческие работы у нас на разрабатываемых территориях с каждым годом увеличиваются. Например, к примеру, могу сказать, если в 2015 году мы бурили по 5 геологоразведческих скважин, то в 2018 году мы уже бурим 18 скважин. То есть, как вы видите, мы наращиваем темпы разведки. Естественно, наращивается и добыча, идет прирост запасов, перевод с категории, то есть наращиваем сырьевую базу. Благодаря внедрению цифровых технологий в компании повышают эффективность производства. Экономия электроэнергии на месторождении УАЗ составила 35%, а межремонтный период увеличился до 1500 дней. Есть программа до 2022 года, когда уже почти не все, конечно, месторождения «Эмбамунайгаз», но основная часть будет уже оцифрована. Если раньше мы, например, все делали вручную, сейчас нет необходимости. Мы находимся 300 километров, например, от месторождения в офисе. Мы можем оттуда сидеть за сервером, уже наблюдать, как работает скважина, какой у нее режим. По словам руководителя компании, теперь концепция цифрового месторождения поэтапно тиражируется во всех производственных подразделениях. В результате комплексного подхода суммарная добыча нефти увеличится на 75 тысяч тонн. Лариса Гречихина, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24, Астана.